Всем привет! Сегодня будем проверять вот этот купрум, медь в нашей воде, в миксере. Сейчас посмотрим. Вот у нас есть такой фильтр. Он работает как для дезинфекции. Сейчас я вам покажу. Вот он здесь у нас стоит. Вот эта установка. Как видите. И он нам очищает воду. В основном эти вирусы, бактерии, болезни. Как мы проверяем? Так, что мы первое делаем? Есть такая штука. Вот, может кто-то себе, кто использует, может будет использовать. Это для... Увидели картинку. И вот здесь по системе ничего сложного нет. Открываем. Так, чуть-чуть будет экран дергаться, потому что... О, вот я беру, потому что с телефона снимаю. Вот взял ложечку одну. 5 миллилитров. Вот шприцом отбираем сюда. Так. Здесь вот система, все, что зачем делать. Попросили. Растворилось все там, добро это. Оба, с одной рукой тяжело, ребята, извиняйте. Так, проверяем. О, бля, сейчас будет что-то, наверное. Так, все, взяли, проверяем pH, вкинули, сразу видно, что у нас pH больше 7. Вот здесь синее, а надо, чтобы было между 7 и 9,5. Все, мы забросили, это мы закрываем. Следующее, что мы делаем, у нас есть вот такая штука. И нам надо 5 капель. Вот раз, два, три, четыре, пять. Все. Накапали. Потом что мы делаем? Тоже надо чуть-чуть взболтнуть. Видите, уже начинает цвет менять. Потом у нас есть такая вот шкала по цветам. Что мы делаем? Закрываем. Вот сейчас в 11.23 мы так возьмем. Мы начали это дело. И через 5 минут надо будет проверить. Но мы можем даже сейчас вот так. Берем и проверяем, какой уровень у нас. Или такое, не такое. Или вот такое. Видите, по цветам смотрим, какая разница. Даже более или этот, да. Или тот, или тот. И смотрим, у нас 2. Вот здесь видно 2. А если так, 1,5. У нас где-то, ну, уже даже потемнее. Думаю, даже двоечка будет. Это мы тестируем сразу после миксера, который... добавляет. Вот мы записываем себе